Военно-патриотический клуб «СМЕРШ» провел традиционный зимний учебный полевой выход. В организации мероприятия приняли участие клуб «Вымпел» школы ДСААФ и пейнтбольный клуб «Легион-12». В традиционном для юнармейцев полевом выходе приняли участие 26 школьников и студентов Асбестовского политехникума. В ходе учебно-тренировочного мероприятия были отработаны действия группы при выдвижении по маршруту с соблюдением всех правил головного и тылового дозора. Учения проводились на территории в направлении от завода «Форес» до бывшего молокозавода. На маршруте были организованы две засады, которые необходимо было обнаружить. Организацией засады занимались наиболее опытные участники военно-патриотического клуба. В итоге одну из засад командам обойти не удалось. Далее по прибытию на полигон пейнтбольного клуба «Легион-12» были развернуты учебные места по метанию гранат, изготовке для стрельбы из автомата Калашникова, стрельбе из пневматического оружия, транспортировке за снегоходом на лыжах. Еще одним испытанием для участников стала контрольно-следовая полоса. В завершении учений воспитанников клуба ожидало сражение в лазертег и просмотр фильма про элиту воздушно-десантных войск. В мероприятии приняли участие много новичков, которые получили полезные знания, а также четверо ребят из клуба «Вымпел», которые 23 февраля принимают присягу.